Проект первоуральских эковолонтеров «Чистая часовая России» стал одним из лучших на Урале в 2020 году. Теперь он претендует на получение премии «Серебряный лучник Урал» в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». Для нас, наверное, какой-то материальный приз, он не столько как бы важен. Нам важно признание, то, что мы действительно, мы вложили всю душу, все сердце вот в этот проект. И, конечно, хотелось бы, чтобы о нем узнало как можно больше людей. И как можно больше людей задумалось о чистоте окружающего мира, о нашей природе и ее сохранении. Напомню, экологический сплав «Чистая часовая России» в прошлом году получил поддержку фонда президентских грантов. Летом активисты общественного движения «Город первых», созданного при поддержке группы ЧТПЗ, привлекли к уборке реки более 300 волонтеров из Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. За один день уральцы очистили от мусора 80 километров часовой, собрав более 15 тонн мусора. Такой масштабный проект не остался без внимания общественности. Организаторы премии «Серебряный лучник Урал» сами связались с экоактивистами и предложили участие в конкурсе. Финал состоится уже 6 февраля. Победитель будет представлять регион на федеральном этапе.